давайте пообщаемся еще с этой теткой. Все, да. Ладно. Касательно задания. Так, давай. Мне стало известно, что вам требуется помощь инквизиции. Новое задание. Давайте. Хуицы. Я, кстати, тупанул все желтые свое оружие продал. Бля, я начал задание. Ты тоже задание начал? Не знаю. Нет, ну, вторжение демонов. Не, оно у тетки. У тетки. Я отказался. А. Тетки, да? Блять, я подожди, тупанул оружие продав, блядь, полезное, сука. Я пока. Так нельзя, все исчезло, блять. Я вышел из магазина, и она исчезла. Нихуя себе. Пистолет, да, ну, то же самое, да. Вообще по деньгам 200 тысяч, не знаю, можешь купить себе граф пистолет или плазмаган. Плазмаган. Ладно, похуй, оружие есть какое-то, и насрать. Папашина еще. Ну пошли. А, ну пошли. А ну давай. Давай, тетка. Я сделаю еще одну попытку. Я отправлюсь начать задание. Я отправляюсь к працам. Да, вот мне нету ничего выбора. Того, надо на просто этого. Пройти, получить какую-то хуйню. Надо было сразу надо пройти просто. Это начальной миссии. Several warpriffs are active in the area. Don't stay in that suspect any longer than necessary, Inquisitor. Сметает просто в огонь. Да, варп-врата уничтожится. Сраный варп-врата. Ненавижу. Мало залупу катит. Наступаем, шире вперед! За императора, блядь! За Путина! За Путина, за Сталина! Ебать, какая хуйня, я сжег вода, блядь! Ты против нурбликов? У меня вообще охуенно! Масса! А, перегрелся огнемет. Пойду, мать с молота, короче. Бля, ты тут встал, бля. Ебать, мясо. Вижу, атаку. Уничтожаем атаку. The gate is closing, but reality is still bleeding into the warp. Нихуя себе ты портаешься, пес. Пошел нахуй. Мародор возрождения написал. You are guilty! Тварь. На кого батон крошит, да? Брось блок. Пес. Так, еще двое врат. А это не я. А я здесь. Наезжает на кого-нибудь, непонятно. А он ломает эти текстуры, не? Укрытие.
ебать, там мелочь. Что это? Мелочь. Мелочь. У меня огнемет. Сдохните. Сдохнищ. Не надо этого делать, не надо. А ты же посмотри, мне будет лучше. Не так быстро жить. Как-то быстро как все захуяк. Нет, там тоже босс сильно подержались. Бля, чумной огрен. Столько огня. Ты стал бы их ебашь, ты че-то помочи. В другую сторону. А мы будем. Столбик пошел в атаку. Сигналом. Для сельской местности. Врата. Перегрелся. Тогда ебашим вас. На нах, блядь. Я вас буду молотом ебашить. Пошли в жопу. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. The rift is sealed, but our job isn't done yet. Туф-туф-туф-туф. Видел я вас на Чпок-стрит. На Чпок. Так, патронки есть. Такс. Такс. Все, что можно, урвал. Так, где мы не были? Вот сюда. А, ну думаю, что я... Ворота. Калитушный. За мной не побежал? А ты там что? Да, тут еще какие-то монстры. Ай, 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 ворот там пошел. Зачищу. Чисто по-братски. С пистолетика братья. Не, когда один их бьешь, они довольно мощные, кстати. Вот там проблема, большой пати, типа, дамагу много в точку. А потом в определенный момент тебе тоже ваншот начинает происходить большую историю. Как бы ты задамажишь, заебись, тебя дамажут. Пати, чувак, не справляюсь, блядь. Какие-то, походу, тоже врата что-то не лезут, пиздец. Может, с другой стороны врат зашел? Я перемалываю, блять. Но они рисаются. А, тут этот, блин, знаменосец ее момент, блядь. Сейчас я к тебе приду. Она бафает, подлина, блять. Подлива. Все, сдох, сука, я вроде пробился. Стоят,
Level up! Так, все, остались врата. А что, он дает бег, что ли? Обычку, если сейчас по ощущению, здесь удар сейчас не дает. Нам типа пассивку как дает. Столько вещей. Ну, типа, заново. Подарок. Подавляю, подавляю всех. Как вам? Подавляй меня как-то. Ебаный стыд. Watch out! They are summoning reinforcements through the rift. We were on the verge of a cataclysm, but the day is saved. It's time to open a bottle of Amosec. You deserve it. Amosec, wait. Понагнули. О, сундук вижу, вижу сундук. Задристанный сундук. Бля, вообще ничего не выпало хорошего. Да, он тут чисто. Low level какой-то прям. Ну все, на выход. С вещами. Можно и без них. А можно и с вещами. А можно и без вещей. И так. 44 уровень, а, отлично. Так, тебе можно одеть вот этот вот штук. А, ну сначала... О, чертеж дали какой-то. Чертеж пси-фокус. А, мне есть уже. Вот, а открыто... А, нет, хуйня. Подготовка старта открылась. Так, давай это все остальное продам. Хуяк, хуяк. И еще один хомяк. И вот так-то вот. Кстати, обрабатываем хороший. Не, моя получше все же будет. Так, это сломать. Все. Тебе бы это сломать. Так, тебе вот это нужно одеть. Это сломать, это одеть, на это нассать. Сложу. Положу. Пассивки. Так, давайте посмотрим, что пассивки. У меня 18 мозгов. Сейчас что с ним делать надо? Плюс 150 к максимальному ОЗ. А нужно оно мне? Конечно, нужно, тебя же убивали. Да, просто тут есть защиты всякие. Сопротивление перегрева просто есть. Непонятно, что это перегрев. Плюс к максимальному подавлению. Плюс к максимальному подавлению. Перегрев, перегрев, рознь. Поддержка, варп, перегрев. Варп, прогрев. Сдерживать толпы. У меня плюс 20 эффективность к дебафам шока и замедления. Кстати, у меня есть шок и замедление. Шок и трепет. Шок это по-нашему. А? Что я нажал? О. Ладно, давайте я на хпшечку сейчас кину, а потом тогда буду думать. Где хпшка была. Оп, я на хпшечку уже накидал тут. Тихо, чтобы не отъезжать. Так, а, Диме я хотел написать.